Всем здорово. Так. Я потише сделаю. Всех с 1 апреля. Сегодня летим на майнинг флот. Будем высканивать. Посмотрим, что из этого выйдет. Нам для этого нужен будет Равен. Он как раз где-то здесь. Рисковать лярдовым тифоном не хочу. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Вот капаситоры стоят. Второй комплект круиза придется. Балкон возьмем пока. А нам нужен будет дрон дамаг. Так. Дронов закину сразу. Средний легкий нужен. Пяти вполне хватит. 10 выполнен. Так, нужен будет танк. Что-то дешевое вообще соберем. Ай, точники. Модулятор инвулька нужна. А инвулька ли? И, наверное, кинетик термал. Я на всякий случай поставлю. Пусть будет. Да. Второй амфиллер я не умею. Ред Гуристос. Как вариант. А, я не то поставил. Видите, бустер. Ши плюс. Он у меня, по-моему, даже есть. Надо 900 очкачки где-то. Нормально. И этот самый. Усилитель накачки ставим. Дред Гуристос. Я думаю, 1000 мне хватит. Глаза. Капа не хватает, да? Ну, сейчас. Так, это модуляторы. А где он? Где он? Где он? Амплифайера. Модуляторы пассивки. Что-то я не понял. То что же я его ставил? Вот. Нет, это не то. Запутался, ладно. 1000 хватит, капы нет, батареечки. Вообще чуть-чуть добавляет, да? Если 2-3 минуты. Я не думаю, что мне надо будет много откачки. Думаю. А 3 минуты мне хватит. И мало, маловато. Не, ну батарейками забивать. Сейчас я поставлю ракеты. Дальность у них будет 84 километра. Он 662. Вот один. Это 14. На релейку одну ставить. Ставить релейку. Минимум 5 минут.
Мне на дронов надо больше, чем на ракеты рассчитывать. А что там мелочь? Апрелей, капсап. 5 минут. Если у меня там есть, знаете, какая Republic Navy. Батарейка. Какая? 6 минут. 2 батарейки, но 6 минут. Так. Щитов. Стоп. 7 минут. 7 минут. Уже побольше. Отказываются от косаря. 827. Мало. Релейка жрет накачку. 514, это примерно столько, сколько на тайфуне. Блин, маловато. Тысяча 12. 1096. Вот это уже больше похоже на правду. Можно один комп воткнуть, да? Надо посмотреть, как по дамагу. Выйдем с компьютера, он тоже где-то должен быть. А на присишку. Вот. И сколько у ракеты? Скорость 8500, 9 секунд летит. Скорость взрыва 131, сигнатура 210. 210 метров. Радиус взрыва сигнатуры, сигнатура взрыва. Ну, это неплохо, но это чуть больше крузака. Чуть больше крузака. Сколько у Кондора сигнатура корабля? Кондор. Там такой Кондор, блин. Кондор. Характеристики. Сколько у него сигнатура? Ради сигнатуры 33 метра. Я такой сигнатуры никогда не добьюсь на ракет. По крайней мере на этих. На круизках. Так. Надо что-то делать. Так, это расширяет сигнатуру? Реально нацепил на сигнатуру взрыва. Где-то, блин, я видел балконы какие-то особенные. Фулдуплица-то что? Цикла БЧ, на сигнатуру нет, да? Урон дронов. Тоже на урон дронов, да? Такая релейка мы сниму. Да. Ударе Navy, Domination. Все. Так, а есть ли это самое? Контроль траектории. Траектории ракет, вот. Wind Enhancer. Скорость взрыва, сигнатуру взрыва, о. 5 тема. Давайте уберем. Смотрим. 192 метра, еще бы поменьше. Они ДПС не добавляют, да?
думаешь, у меня, сука, откачки надо будет? Ходите, давайте лоржовый поставим. Я не думаю, что столько откачки. Я не думаю, вот, а, блин, мне же еще МЖД нужен. Мне же еще нужен будет МЖД. Его надо выучить, скорее всего. 33 минуты. Хотя бы в единичку, да? Залить нечем. Мы сейчас посмотрим, может быть, зальем. И нужен качалка, нужна большая только. Большие. Я могу-то вторую не могу поставить, да? Не хватает у меня. А, это микроджан, могу большую. Качка 480. И капса, прилейки снимать можно. Вот, так это в середину можно еще засандалить. Коречку снять. О! Сюда балкон. Сюда можно что-то еще один комп. 531. 645. Сколько мне добавят? Самый еще один комп. Так, если посмотреть. Чем больше урона будет входить тяну, 671. Давайте так вот либо снимем и пресайс еще поставим Ригу. Вот это да. Фактор взрывов ракет. Ну-ка. 64. Ее 92. Ригер 164. Прицель на радиус взрыва тоже бы неплохо бы. Это ДПС. Это дальность. Тоже дальность, да? Да, мне ригер надо ставить. 64. До батарейку, да? До батарейку. Обстав. А если Republic поставить? 26 минут. Можно поиграться, можно поиграться. Ну, 63. 64. 64. Меньше не делается, что? Постой, балкон. Ну 163, все, я меньше не сделаю. Так, хочу по батарейкам. Republic Navy самая такая мощная батарейка. А если я выключу инвулю, обстав сразу, да? Хорошо, а если комп выключен? 5 минут, МЖД. Ну, практически. Нормально. Так, покупаем.
покупаем все, да? Кроме шокбустера. 35 минут достаточно. 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 Вот так вот. Микроджамп, это я это самое выучу. Все. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Ит. У меня два компа есть. Где? Там тут. Вот он, да? Есть. У меня еще есть. Аурелик одна. Икс-ларжовая. Так, Равем тоже надо убрать, кстати. Цену не вижу. 200 миллионов, да? Вот это не надо. Пойди, бизнес компьютер. Не нужен, есть же. Инвулька. Инвулька есть. Инвулька не нужна. Батарейки нет, Репаблик? Нету. И балкона. Сколько ты стоишь? 32 миллиона пойдет. Купить. 178 миллионов. Фит. Будем накидывать. Дронов туда, балкона, так, как батарейку я купил, да, все-таки, помпы сюда, так, погоди, батарейки нахрена, я же без батареек собрал, пулька. А, буду их выйдем с компы я не купить. И. Черкует, выдергивай. Первый выдергивай. Так. Финизер. И Ригер Каталист. Шесть минут. Чего так шесть минут? Комп один, да? Комп один, там батарейка не стоит. Обыкновенно. Что ж это такое? Мажу вот это. 26 минут. Правильно, да? Думаю, да. Так, вниз эти самые. Ну. Контроля наведения. Эти будут. Так, у тебя куплю. Миллионы они идут. Писай скрипт, ставим. Все. Это заряжаем.
это симуляция, господи. Жу в симуляции. Двадцать шесть минут. 630 ДПС. Ждем, как пока улучшится. Залить мне нечем, к сожалению. Надо как раз ракет взять. Дай мне. И Стифа возьму. И Сайз. Лад. Возьму с собой 1000 штук. Так, 1000 штук. Трактор мне не нужен. Там коробки-то. Это фит. Продажи у меня тут почти под лярд лежит. Подбрать еще со всех станций, там нормально будет. Так. ЖД. 30 минут. Но я сейчас нажму на паузу. И подождем, пока выучится, я вернусь. Так, я тут договорился с человечком из Карпы, с Тентом и поднять. Сейчас мы два сторика с ним сделаем быстренько во флоте. И полетим на майнинг флот. Я там сделаю тайм-код. Кто не хочет эту часть смотреть, перемотает. Ему 17 прыгнут до меня, я пока за Кернитом сгоняю. Лечу, наверное, сразу на Равене. Включаю варп-двигатель. Я еще Коляна подобью. Сейчас лежит и вылечу шейдеры, переключу на высокое. А что тут лагает, у меня аж кодировщик захлебывается. Будет посимпатичнее. Включаю варп-двигатель. Надеюсь, захлебываться не если будет, уберу. Ну, хочется, чтобы покачественнее было. Записываю в родном разрешении в 720p, потом делаю рескейл через нейросеть 1080. Прибудет конфетка. Стримить не могу, к сожалению, провайдер меня подводит. Постоянные перебои у меня сейчас на этом субботу, то ли что. Не знаю, из-за чего влияет. Либо они просто охерели, блин. Надеюсь, музыка не громко. Включаю варп-двигатель. Система у меня залинкована, где я точно видел индуса. Тут 3 прыжка до туда. Но сейчас сначала со сториками разберемся. У меня пресишки, дальность 84 километра. Качалка у меня тяжелая, простая, большая. Я думаю, мне много дамага не надо там. Ну, комп, МЖДшка большая. Ну, инвулька.
конечно бы по-хорошему проверить на тест-сервере это все. Но тайфун там просто разрывал. Летел на лядовом тайфуне, переутанковался. И вообще они ничего не могли сделать, там даже не на пипочку не снимали. Дело в том, что там скребок могу равен потерять. Придется, наверное, блин, на это самое. Ну, дисконнект делать боевой. Рубаешь качалку, дисконнект. Он из-под скребка может отварпать. Вот, конечно, гнусный, но против неписи я имею право его использовать. Против людей, конечно, это хуесосит потом так, что нам не горю. Шнуродеры, шнуродеры. Разрешение на вход в док. Так что... Разрешение получено. Ну, на всякие МЖД есть у меня, если чё. Большой дистанции постреляю, увижу, что не пробиваю, тогда я отпрыгну, посмотрю, что... Да. Что говорит? 8000 кернит. Есть тут кернит на станции? Есть кернит на станции? 8000. 15 миллионов. Да, похуй, Макс. Принять. У меня сколько стенд в колдаре? Есть 68. Чё-то, блин, он не поднимается у меня. Как был 10.68, так он и есть. На коннекшнс еще качнуть. 10 часов, да жирновато будет. Посмотрим, ладно, говорит, написано, ожидается изменение. Отдать. Сегодня, да? Включаю варп-двигатель. Так, в бане не у меня, они так стоят. Там баджер тайра 40 тысяч кубов, не знаю, у меня в тайру, по-моему, не лезет 40 тысяч. Че, маршал что ли был, казалось? Я тут там докался жит, и маршал, блин, стоит, ни хрена себе, не конклорд, а именно игрок. Включаю варп двигатель. С камеры, блин, опять. Вечно крутится как-то через жопу. Хорош. Что бесит от, когда, блин, камера. Включаю варп-двигатель. Так, а что с музоном-то? Братья, стычки, да мать. Включаю варп-двигатель. Надо ему, наверное, сказать.
Включаю варп-двигатель. Так, дроны есть, и нормально все. За индуса я не переживаю, я переживаю за Кондора, что я не смогу его сбросить себе. А НЖД не прыгнет из-под скрипка, наверное. Я вот не в курсе. Прыгнет, не прыгнет. По-моему, из-под скрипка он не выпрыгивает, говорит. Не могу включить, типа помехи мешают. Придется пацанам меня спасать. Включаю варп-двигатель. Я могу слиться, поэтому мне нужен Колян, чтобы он нас еще переягрил или помог убить этого Кондора. У него там классный урон на дронах. Если он меня зацепит с крестком, я кастрюлю уберу. В первую очередь их надо убирать. Запрашиваю разрешение на вход в док. Потому что они, по-моему, их его откачивают. Вот, срезы Кондора. Разрешение. Я буду издалека долбить. У меня сколько километров? 84 километра? Блин, надо было скрип на дальность взять. Ладно. Не страшно. Так, ну баню. Симулировать оснастку. Так, у него сколько? Смотрим. 7900, ну, так, калькулятор. Сразу. 7 900 88 3 плюс. Тайру смотрим, активируем. 33 543. 33 543 3 и 9. 41 1000. Хорошо, как раз их обоих хватит. Таря в чем одета? Она голенькая вообще. Вообще голенькая. Под лоском что-то есть. Давай ингулию на него. Щит какой-то. Медиум щит. Щитов больше нет. Вам хватит смотреть. Рогохолы забиты. Эти есть. Иди на только, да? Не хватает мощности реактора. Ага, ларжовый он не тянет. Ларж, смал. Все. Ты мне ему и воткнуть-то нечего. Продажи ничего у меня нет. Ну и полечу так. Страшно. А есть тут продажа прямо здесь, в этой системе? Ими нет, джиту за ним лететь не хочу. Есть откуда снять-то?
С одним щитком такой, конечно. Каракуль. Каракуль активный у меня. Ну ладно, хрен с ним, ничего страшного. А Тайру он сможет? Тари поедет. О, я на Бальжере. Так, проверяем, пустой он. Трюм пустой. Тари пустой, пустой. И я жду его, когда прилетит, я продолжу запись. Да-да, я тоже вылетаю. Погоди, так на Мун-5, да, вот эта вот история? Да, просто маршрут проложи просто туда и все. Да, я проложу. Ну и все, лети. Я за тобой. Включаю варп-двигатель. Синхронно тогда. А, ну мы же во флоте. Угу. Йо, я сечу варп. Ну, видишь, насколько ты быстрее улетел? То есть это набор вот этих ригов, получается, влияет, я так понимаю, да? Нет, сам баджер быстрее варпает. А, сам баджер? У него трюм меньше, но варпает он быстрее. Mm. У тебя в полном обвесе 7300, а у меня 40 тысяч почти. Mm. Лети без остановки просто и все. Дальше. На санке там подождешь меня просто. Да, окей. Я тебе передам контейнер. Так, имплант я привез на базовом уровне, там лежит. Мало ли омегу, когда оплатишь. Да, да. Если заходишь. Омега, блин, что-то мне показалось, что она сотку стоила, а оно стоит 500, что капец на месяц. Сотку чего? Ну, сотку плексов. Не, всю жизнь 500 было. Вообще, ну, раньше 500, да? Стоил один плекс. Вот они сделали, чтобы можно было, допустим, копить потихоньку. Подкупать, подкупать. И за плексы теперь продаются всякие скины, хрены в магазине. Поэтому сделали их 500. И 5 лет назад стоил 1 300 000. Я даже застал 900 миллионов. Потом, когда вторжение Триглавов было, 1 300 000 стал. Вот, Колян он помнит, не даст соврать. Вот. А сейчас, блин, 2 300 уже. Блин, трупик лежит. Могу его погрузить. Грузовой отсек. Да, я труп погрузил. Корабли прикольно нарисованы, конечно, очень. Модельки классные. Ну да, раньше поуродливее немножко было, а сейчас вот графон навернули. Я сейчас на максимум выкрутил. Я труп взял. Да, Майзе Шотгхорн какой-то. Так, я на базе. Уже прилетел, у меня один прыжок еще. Иди, жди тогда. Быстро он летает, конечно. Да, он шустрый. А есть блокадники еще, Т2. Я летал на Галенских. Вообще лучше индусы и Галенские качать. Потому что там выбор больше. Во-во. Он, блин, за 3 секунды варпает. У него трюм не сканируется. Вот, он жирный, у него бонус на откачку стоит. То есть такая машина, знаешь, по нулям возить. По лоу-секам. Вот, у него устойчивость к варп-скрипкам, короче. Резисты у него высокие.
Блокадник для прорыва блокад. Я докаюсь. Запрашиваю разрешение на вход в док. Я уже миску принял, все, сейчас грузанемся. Запрашиваю оператор разрешение спит опять. На вход в док. Блин, были бы фары, я бы поморгал бы. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение фар. Получено. О, с третьего раза. Ну, впереди, по-моему, фары же есть такие. Ну, есть, но поморгать нельзя. Ну, поморгать так. Нельзя. Сейчас я гружу в себя. Сколько влезет? 33 контейнера. 7000 ровно тебе. А мне что-то грузить надо? Сейчас я тебе передам. Убирай. Кидай эту трюм. И как раз нам влезет. Да, 7900 у меня, 7000 она везет. Ну вот все, и сейчас я тебе систему куда везти. Четыре прыга. А больше надо было, может, какой-то большой корабль, который везти? Да не парься, я бы за два захода провез, просто вместе интереснее. Все, полетели. Здесь жирнее, мне кажется. Да, полетели. Так, ты кинул, да? Да-да-да, я взял в трюм. А, вижу, так, четыре прыга, да, получается? Да-да-да. Я тогда вылетаю. Давай, я тоже погнал. Включаю варп-двигатель. О, потом вернемся, я на майнинг-флот полечу в двух прыжках. Хотите, со мной погнали. У меня, наверное, корабля нету. Да на чем угодно, но на фрегате лети на своем. Только я из флота выйду. Я понял. Чтобы на вас не агрился. Мне Колян нужен, чтобы на всякий случай он смог на себя переагрить. Если на меня все-таки скребок кинут, и я не смогу отварпать, чтобы на него он переагрился, ну, отвлечь его. А то я могу отъехать. Какая дальность у тебя ракет? У меня 90 километров. Спасибо. Ну, это пресишки высокоточные, а убойные самые, которые мощные, домашние, у них 106. Они летят дальше. Вообще до 300 километров можно раздуть. А рейлганы можно до такой дальности? На равен не ставится. Не, ну вообще. Да, вообще можно. Просто на сам равен не ставится. На тайфун, по-моему, можно. У него бонуса к ним нет. Вот Колян на рейлганах. У него домик. Мне просто нравится, что ты ставишь, короче, у тебя еще к этим пушкам какой-то 25% урон за каждый. Да. Ну, надо бонусы корабля смотреть и читить под бонусы. Да, ну вот бонус корабля за каждый, типа, этот... Да. Тир, все верно, за каждый уровень навыка. Вот, да, ну, да, за навык. Короче, я такой посчитал, думаю, нихуя себе у этого друга, у Экзика, какой урон там. Просто я не посмотрел, но вроде ни у кого больше такого нет. Ну да. Не, есть у всех кораблей разный бонус. Изучи как-нибудь там... и посмотри. Да, я посмотрел уже, просто говорю, что нет. И смотришь по специализации, такой... по специализации. Есть простые фрегаты, да, допустим. А есть Т-2 фрегаты, есть среди них логисты, а есть ударные фрегаты. Понимаешь, которые на урон рассчитаны. Тоже есть у колдырей Мерлин, да, обыкновенный на гибридках. А Т-2 это уже доударный фрегат. Гарпия. У него уже и резисты, у него и ДПС высокий. Вот. А есть тоже Т-2 фрегат, но логист, допустим. Который происходит от другого фрегата, от кастрюли, например, или от Херона. Есть канящий Херон, но это тоже все равно Т-2 фрегат. Но они разбиты по деятельности, по направлению. Вот этим вообще Т-2 техника, она и рассчитывается. И они недорогие относительно кораблей, они просто, требования высокие у них. Они себя оправдывают всегда. Если тебе нужен, например, логист, да, лучше фрегата нет никого, потому что, как бы, если ты первый логист, его сольют быстро. Вот, а ты второй логист, он, как бы, у него и бонусы выше, и у него и защита выше, и ДПС выше, допустим, да. И, выполняет свою функцию он лучше. И радиус сигнатуры меньше, то есть как бы вот так.
учиться специализации уже. Но есть два вида логистов. Есть радиоэлектронной борьбы логисты, есть логисты на откачку. Хиллеры, так называемые. Вот, это два разных корабля, понимаешь? Разные бонусы. Я сегодня смотрел видос, как один чувак стоял вместе с вторым чуваком, второй его хилил, а он, ну, и принимал урон. А ну да, второй, один танкует, другой хилит, ну, как и во всех ММО. Прикольно. Только тут это сделано офигенно тем, что на инженерном уровне, то есть, как бы... Конструктор интересный. Ты сидишь, короче, в этом фике, крутишь его, вертишь, ну и есть выбор у тебя. Вот это самое классное. Так, я привез, что куда? Все, жди меня, я пропрыгиваю в систему. Сейчас Колян откликнулся. Включаю варп-двигатель. Спрашивает, на чем, говорит, на донике или ровеньке слепить? Я помню, мы индусами в дырку возили. Ух, там у нас 8 индусов было. Так офигенно, прям флотом. С охраной, как положено. Камерщик, скаут. Летели цитадель ставить. В С3 мы жили. Напоминает Раст. Запрашиваю разрешение, короче, на вход. Мне тут некий, короче, такие видосы по Расту скинул, блин, я вообще взахлёб смотрел. Ну, мы смотрим, так, пару чуваков. Давай, что делать? Из трюма мне давай, Икси. Чё ты мне отдал? А, надо было перенести, да? Ну да, то из трюма переноси. Ты мне пустой отдал, вот. Играл. Так. Я перекладываю из тайра на склад. Я думал, автоматика сразу подтянет. Не-не-не-не. И сдаю так. Задание, могу удаленно сдать. Так. Договор с агентом. Да, могу. Денежка пришла? Да, пришла. 2600, да? Угу. Хорошо, и отношения, смотри к колдырям. Раз. О, у меня увеличилось, нихрена себе. У меня 1.6 осталось. Не знаю, у меня увеличилось. Колдарь, колдарь стоит, смотрю, да? 1.6. Да, у тебя плюсик есть, право такой беленький, от надписи. Наводишь, там написано, ожидается изменение отношений. Нет такого плюсика. Плюсика нет, то есть тебе за сторик ничего не дали? Я же нажал поделиться со флотом. Ну забей, тогда может чуть не работает. Да. Может быть он агент плюсанул какого-то, возможно. Может быть агент плюсанул. А как агента звали? Бля. Нет, это не тот. Нет, тоже не тот. Я хрен его знает. Блин, я уже это самое. Да похрен, ладно. Да похрен, да. Потому что он не на этой станции. Все, давай обратно на базу. Понял. Так, мы летим на... В корпоративном чате прям правой кнопкой. Задать минус местом значения. Шапки прям, чтобы не путаться. Никогда мимо не прилетишь. Поехал. Включаю варп-двигатель. Так, вот мне ничего же не дали, да, все. Бывает еще помимо награды имплант какой-нибудь дают или еще что-то. Забываешь, улетаешь, забываешь. Так. Ха-ха, за мной давай. Слушай, прикольно вообще, да? Ик. А иногда в варпе бывает, если одновременно варпаешь на одинаковых кораблях. Можно лететь одновременно в варпе? Прям рядом, да, прям рядом видно. Двое таких. Но это надо на одинаковых кораблях, чтобы одновременно. Я флотом варпаю. А, хотя если все в разгон станут, да, сначала, да. Все скорость наберут. Потом я флотом варпаю, и все одновременно крутишь, и все видны прям. Гемны. Они прям
Устроение, короче, в определенном. Круто сделано. Слушай, а ты не играл в Астронир? Давай, сейчас я... Так, я появился, ставил клаки, да. Беру. Вот, проявился. Тебя тоже не вижу. Гоняюсь. А как флитить на тебя тыкнуть? Блин. Здесь поставить хотя бы один этот. Ага. Надо было башку поставить. Ну, самую простую. Ну, понятно, но на всякий случай, наверное, иногда бывает. Да, он долго ползти будет. Ну и хрен с ним че. И ничего не нажимай. Ничего не нажимаю. И ты 101 летишь, да? И я 84,8. Угу. А скорость показывается в обзорке? Да, да, 101. Соответственно, скорость сближения у нас 186 метров в секунду. Я пока тебя, вот начал различать уже. Мы так сталкивали на МВД два индуса. Играли, короче. А кто тяжелее, тот от бампа у этого вперед. А ты инвульк включил? Нет. А я себе ничего не поставил? Да, я так просто без щитов летел, прикинь. Вау. А, нет, считаем без инвульки. Так. Давай, варпай. Не-не. А, сквозь другое. Давай разгон на ворота. В разгон вставай. Ты нажал разгон, но сам автоматически, нет разве? Нет, ты на меня, а теперь на ворота разгон. Я и нажал. Всё. Я нажал. Только не варп, а разгон. Я нажал варп, сорян. Контр-пробел нажми. Остановил. Сука, все, ты уехал. Сорян. Ну тогда на следующих воротах стой. Ладно. Жди меня. Наверное, сейчас опять 10 километров будешь. Подожди, у тебя же есть кнопка варпануть вместе, нет? Есть, но надо сначала разгон взять, чтобы мы одинаковую скорость набрали. А, блин. А так просто со стопа нельзя, что ли? Нет, я все равно ты раньше уйдешь. Потому что ты скорость свою быстрее не берешь. Понял. Прыгай внутрь и это самое. Надо прыгать. Ой, какой-то там, какая-то опасность. Опасность? Триглавский, что ли? Энкон какой-то, да. А, на триглава там. Ну окей, нажимай все. Жди просто, ты пока не видим, пока пропрыгнул, ты же не видим. 10 секунд. Все, вставай в разгон. Мы рядом? Сейчас посмотрим, проявишься, я тебя увижу. Блин, в 10 километрах. Ха-ха-ха. А, все нормально. Все, в разгоне просто будь.
Теперь ты полетел вперед. Сейчас я поближе подъеду. Ты улетел, нет? Нет, я за тобой, сзади. А, это был такой другой чувак. Как ты меня догонишь, если у тебя 80, а у меня 100? А, ну приостановись. Стоп, нажми. Ctrl-пробел, это, короче, остановись, знаешь, да? Ну, не знаю, я здесь не на клавиш. А. Пока что. Ну, Ctrl-пробел, если жмешь, он отменяет действие и останавливает корабль. Это по умолчанию, да? Да, всегда, да. По умолчанию. Просто почему-то все меняют под себя как-то кнопку. Да-да-да, нет, тут ничего вообще менять не надо, тут все настроено нормально, как в элитке, собственно. Помнишь настройку управления в элитке? Блин, в элитке я давно не играл, я помню. Там, блин, целая история настроить под себя. Ну там, да-да, но я не настраивал, я все оставил как было. Ну там вот грамотно сделано, только вот переключение окон под себя настроить. Так, все, сейчас 4 километра. Наведись на ворота. И когда скажу в разгон, вставай в разгон на ворота. Стой, просто в разгоне стой, а я варпну. Немножко впереди будешь. Так, прыгаю. О. Включаю варп-двигатель. О! Ну как? Прикольно. Жик, ты вперед ушел. Блин, вообще клево. А когда, наверное, много летят, вообще да, клево. Да, прикольно. Идем, да, выстроились, прикольно. Летим. Ну, в десятером варпали вот так вот. Класс. Вообще офигенно, такие виды. Я, правда, не записывал. И мы к воротам, хлоп. Прикольно. Одновременно. Блин, это, наверное, знаешь, очень страшно, когда там ты такой сидишь, и вдруг раз одновременно варпает человек. Да, они все одновременно на варпу. И они такие все раз прилетели, такой обсираешься. Все, пропрыгивай. Сваливаешь. Да. Так, не задерживайся, сразу варпай. Да. Он же тут какой-то мигающий. Так он не будет, он сканет, он сканет. Не-не, он сканет. Вот на обзорку смотришь на него, если он желтым замигал, значит, он берет тебя в прицел. Для того, чтобы просканить, надо в прицел взять. Ну и что, просканит он, наверное? Ну, он сканит, да, увидит, груз везешь, не везешь. Если что-то везешь, дорогой, он ребятам на той стороне говорит, твой ник, да? И все, они тебя там встречают уже. То есть они тебя разваливают? Да, суицидят тебя, да, если груз окупаемый. И все, а он в Дискорде сидит или в чате. Хоп-хоп, тебя линканул, ага, ждем. Понятно. Ты чё думал? Блин, в лоусеках так делают. Поэтому летит впереди скаут, проверяет насчет кемперов на воротах. Стоит ли кемпы, есть ли ганки какие. Ну, на интердикторе, например, на Т2-м фрегате. Он на бубли, короче, не реагирует. То есть он с бубли отварпывать может. А что, кстати, за такие шары включают? Откуда нельзя отварпывать? Это бубли, да. Если ты внутри него, то у тебя варп-двигатель не работает. Тебе надо вытопить сначала из него. Вот. А ему похрен, он из него отварпывать может. Вот. Но его... А свой бабл можно кинуть в бабл? Да, чужой? Да. Чего? Свой бабл в бабле чужом можно кинуть? Не-не-не, нельзя, ты чё? То есть только рядом? Бывает, можно? Дырки в ВХ забубливают, видел, да? Ну, что-то такое видел, да. Забубливают дырки, чтобы ловить там. И все, они в бубль в ноль подварпывают внутрь бубля, и все, и ты уже никуда не денешься. Так вот, флотом разгон берут. Блин, я куда-то не туда прилетел, по-моему. А, нет, это хорош, все туда. Это нормально. Все, из баджера вылезаешь и кидаешь его в корабли, и пусть он там лежит. Да, я так и сделал. Так, корабли. Все, я докуюсь, да. Все, окей. Также, если будет хлам какой-то, в хлам кидаешь. Ты смотришь, что там лежит. Ресурсы, сало, допустим, лишнее есть, туда кинул в сало. Угу, понял. Ну, то есть, и все остальное. И по контейнерам там все разложено. Можешь для себя контейнер положить. Где-нибудь ты в этом сам назовешь его, мой там, типа. Запрашиваю разрешение на вход в док. Так, хорошо, у нас по разрешение этим получено. Агентам. Да я никак не дохнусь, он меня, блин, тупит. Все, с третьего раза, блин. Пусами какая-то. Так, покинуть корабль.
А, трупик надо в морг переложить. В морг заглядывал? Нет. Загляни в морг. Что там? Трупы? Ко мне нету морга. Есть, готовая продукция. А, готовая продукция. Access denied, сорян. Просто готовая продукция. А, ща. Че такое сейчас? Вот как раз и настроим. Если что, минерал, руда и сальвак тоже недоступен. Сейчас, пилот. Видеть, видеть. Тоже. Видеть, видеть, все есть. У тебя там коробки, видимо, закрыты эти. Доступ к этим контейнерам. Да. У меня пропали надписи. Название ангара. У меня глюк какой-то. Запей, бог с ним. Погоди, погоди. Надо же настроить. Видеть, 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 видеть. Тупо. Бля, не то нажал. Во! Блин, пропадают надписи, прикинь. Может окно побольше сделать? Нет. У меня такого глюка никогда не было. Ну, может, из-за того, что ты в карпе там что-то это. Не-не-не-не. Надписи столбцов, название столбцов. Доступ к ангару. Во! Появились. Готовую продукцию видеть. То есть видеть ты не можешь все, что в готовой продукции. А название, да, контейнеров. Что... название там... контейнеров, видишь? Да, название контейнеров ниже, но когда нажимаю, доступ недоступен. А, на сам контейнер. Да, 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 да. Всего понял. Контейнером. Готовой продукции, пилот. Сейчас, секунду. А теперь? Сейчас. Нет, ни один контейнер не открывается. Так же все. Да забей, что ты, господи, эти сами открытые эти головные штуки. Ну как, папки. Ну понятно, но... просто это плохо. Мало ли контейнер там какой-то отдельный для вас будет, а ты не можешь оттуда забрать. Так а зачем контейнер отдельно создавать, если можно отдельную папку создать и все? Или контейнер... Но контейнер это и есть папка. Нет. У тебя лежит, вот у меня показывается, головная продукция, там есть что-то. Что-то. Там 4 контейнера, лежат, да? Нет, там еще лежат unlimited там memory, netrel, actor. А, ну это ты самое... Это как папка. А в папке, получается, есть еще подпапки, это сами контейнеры. Сами контейнеры. Так, а где это? Погоди, возможно, на контейнеры не нельзя тебе. Да, давай, импланты давай. Лежат, кстати, вот. Если можешь какие-то, я тебе могу дать. Можешь взять. Вот, а там и три, да, они закрыты почему-то. Службы станции. Блин, оказывается, можно своего пилота прокачать. Да, это просто... Слушай, а бесконечно можно вставлять импланты? Или есть какое-то ограничение? Не-не-не, по одному в дырку. А где дырку посмотреть? На себя нажми. Так. Усовершенствование. Пилот усовершенствование. Пилот усовершенствование. Там у тебя разъем, 10 разъемов. Так, подожди, пилот. Пилот сервисы. Рядом с сервисами, да, я так понимаю? На себя нажми, на себя, на свою морду слева вверху. Нажал. И там у меня открывается. Верхняя вкладка пилот у тебя. Первая самая пилот. Да. А ниже опусти. Станция прописки справа усовершенствование. А, вижу, все, да. Все, да. ДВК. Не написано, сколько всего. Тут разъемов, просто... видишь, 10 штук у тебя. Мне не написано, что тут разъемы 10 штук. Значит, у тебя вообще ничего нет. Я пуст в голове. Ну, у меня тут стоит два импланта. Какие у тебя? Limited номер разъема там написан. Слот 3. Limited Kubernetes Suspensor, слот 4. А где слоты-то, блядь, сами по себе? Ну вот третий, четвертый у тебя заняты. Значит, первый, второй, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый свободны. Нет, у меня стоят еще бустеры, стандарт Cerebral Accelerator, причем тоже на четвертом слоте. И стандарт Gift Cerebral Accelerator на десятом. Как посмотреть свои слоты свободные? Ну, а остальные, значит, свободные.
И всего 10, я так понимаю. Да, всего 10. Вот импланты, которые там лежат. Вот, если ты можешь их взять, то бери. Так, что я тут себе за видел? Кибернетикс процессор. Бонус полтергейс. А, я не знаю, для чего они пока нужны, и нужны ли они вообще. Они тебе ускоряют обучение. Ну, только на интеллигенс, возможно, да? Вот, выбери, если нужен какой-то, забирай. Да, они дешевые, я куплю. Да, они дешевые, ставишь, ну и что, их продавать что-то? А их потом можно же удалить и поставить? Нет, если ты его выковыришь, он уничтожается. Ну понятно, что за место него. Да, да, за место у него там вырос, допустим, заработал на более крутой. Ага. Вот, взял этот, выковырнул, другой вставил. Так, это Омега. Он. Омега, да, я только что привез его. Омега. Так, это что? Бонус то харизма. А это, наверное, для общения с чуваками, походу, да? Харизма. Два поинта. Так, это что? Вот, а чтобы более крутые импланты поставить, надо кибернетик качать. У меня она, слава богу, в 5 вкачана. А что за октор? Че он дает? Октар какой-то. Октор кто? Это такой зелененький. Имплант? Limiter Regular Filter? Да-да-да. Ну ты почитай описание, да, и характеристики заходишь. А, все. Он модификатор характеристики восприятия на 2 единицы. И чем больше, тем лучше. Вот эти импланты, они тебе не дают ничего, кроме увеличения характеристик. А характеристики влияют на урон? На скорость обучения, не, на скорость обучения. Только скорость обучения, да, и все, да? Да, если ты, допустим, по навыку также информацию посмотришь, там есть тоже характеристики, и там указано, какие отвечают за скорость навыка. Mm. Вот. Можно распределить, там есть один раз в год тебе. Допустим, ты учишь только те навыки, которые... На 2 характеристиках висят. Слушай, а подожди, а как же для вскрытия реликов и вот этого всего есть тоже какие-то импланты? Да, с бонусами это уже фракционные Т2 импланты. Для этого надо качать кибернетику, чтобы их вставить. Ага, понял. Потому что ну, они ладно. Характеристики увеличивают и дают тебе какие-то бонусы еще дополнительно. А есть бустеры еще. Не такие, а ну как коробочка такая. Это с 1 по 5 вот эти, да? А с 6 по 10 такие квадратные импланты. Uh-huh. Они называются импланты. Вот они влияют на урон и на все. Uh-huh. А эти только на первые 5 на характеристики. Так что забирай, не нужно ничего. Во флотском там, если его надежка нужна тебе, шапочки, кепочки. А что за фиолетовый такой треугольничек у... вещей написано офицер, что это значит? А синеньким таким уголочком есть зелененький Navy, а есть офицер, а это офицерские, ну, это которые с аномалиях падают, а это понял. Короче, имеют высокие характеристики и стоят дорого. Ну если дешевые, вот это, допустим, термал шил, там амплифайер, он дешевый, 65 тысяч, он ничего не стоит, он, ну, падает в аномалиях с офицеров, как правило, такие модули самые крутые. Их ставят, чтобы, типа, разваливать. Да, вот так и да, чтобы разваливать. Но ради таких модулей тебя могут суициднуть. Ну, как бы да. Какой смысл? Вот, поэтому в нулях, где-то в лоусеках, где есть... Такими модулями не брякать. Да, где суицидников нет практически. Вот, чтобы выиграть бой. Наверняка. Ага. Так. Я вижу damage booster, электронику, protection, дроп. Книжки, если бустер, надо, бустер книжки. Бустер на дроп получается, что ли? Чего бустер? Бустер дроп. Импровит дроп бустер. Есть бустер на дроп лута, что ли? Не-не-не-не-не, ты читай их описание. Там же по-русски все написано. Описание и характеристики. Вот вся сама основа это в характеристиках. На что он влияет, что он увеличивает. Проценты увидел, все, значит, он что-то увеличит. На дроп-лупу такого нет, ты че? Это был читер на тогда. А, понял.
Тебе на вооружение импланты пока не надо ставить. Потому что у тебя кибернетика не качана, и ты еще, ну, альфа. Можно там подобрать тебе на 4 единицы? Он есть для альф. Знаешь, какие сейчас скажу? Для альф-аккаунтов такие, чтобы прям наверняка. Так, импланты и стимуляторы. Импланты навык. Кибернетика у меня на 3 вкачана. На 3, да? Да, я не вкачана на 5, потому что она омега. Ух, какие есть для альф за 150 миллионов. А, ну это надо... Сколько кибернетики нужно? Кибернетика 2, ни хрена себе. 25 миллионов. Подсвети в чатик, если не сложно, какие нужно. А тебе на что? А на дальность стрельбы или на урон от пушек? Есть вообще такое? Да, на какие? На каких пушки? Пушки у меня... Сейчас. Пушки это... Которые... Лазеры, бластеры. Гаусс-ган, которые. Линкани в чат, самую пушку. А, это бренд Чарджер. Это Чарджер, да, самую пушку. Можно нажать информацию и иконку перетащить. Какая? Ага. Гибридная, да? Угу. Медиум гибрид турели. Сейчас. Орудийного огня. Давай, разъем номер 6. Так. Один поражающий действие баллистических. Это баллистика. Вон они, гибрид. Small гибрид, говорят. Для маленьких. У тебя средняя. Значит, 7 смотрим. Вот, на скорострельности есть. Напрямую. Вот для альфа 150 миллионов. А кинь плюс в чатике. Сейчас. Да хорош мне окна, блин. Сейчас я посмотрю. Несут пятый. На скорость наводки это не то. Кстати, скорость наводки тоже можно подсветить. Либо скорость наводки, либо расстрельность. Да, скорострельность. Выбирай, тут, блин, все нельзя сразу. А, нельзя, да? Нет. Понял. Контроллер буст. Это, да? На расход энергии. Нет, это не то. Значит, на скорость наводки тебе надо. 705, да? Сейчас. Gunslinger Motion Production, да. Влияние на скорость наводки 5%. Держи это на скорость наводки. Это 7 разъем. 8. Медиум гибрид турет. Да, вообще 30 миллионов. 5% к урону. Сейчас. Вот, 5% к урону. Вообще 30 лямов стоит, можно взять. А, не 30. 29. Погоди, а почему 804? Как он должен быть? Стоит 93, а это 29. А, это омеговский, потому что 805. 804 это скилл. 93 миллиона. 804. Почему они омеговские, а не омеговские оба? Да, все правильно тебе скинул, все правильно. Номер, да. 9. Но поражающие действия всех типов орудий. Сейчас посмотрю. Модификатор урона всех видов орудий. А твои импланты могут кто-то просканить? Нет. Именно пилота? Нет, по-моему, нет. Угу. Вот могут такие черти летать, которые просто убивают пилота, чтобы это, урон нанести. Урон горения жопы. Вот это урон всех видов орудий. Ага. Есть на скорострельность всех. А орудий, блин, это, наверное, не то. Как вот понять описание? Ну, для всех видов орудий. А это скорострельность 4%.
Вот. Слот 9. А, ну тут по слотам просто. В какой слот он может вставиться? Да. На оптимальную дальность сеять. Оптимальная дальность тоже можно взять. 130 миллионов. Камаз. Вот. Ты сам можешь зайти в импланты на рынок, и там все по разделам, по разъемам. Угу. Так, а в 10-м что тут ставится? Большие турели, большие. Блин, все 4% роляет прям. Да, на 4%. На 5% это омеговские. Так, а weapon upgrades это что у нас? Это ЦПУ, если тебе не хватает, когда вставляешь ракетницы или эти самые. ЦПУ у тебя снижает нагрузку на ЦПУ. В 10 я не знаю, тебе нечего поставить. Тут энергетические турели, плазменные, лазеры, большие гибридки. И вархат апгрейды, все. Так что вот так вот. Спасибо, спасибо. Записал все себе. Блин, прикольно так, что есть нотпад, короче. Блокнотик, да, там папочки все сделал. Блин, так охуенно сделано, просто все охуенно. А ты прикинь, когда браузер был тут. Вот вообще зерки можно... Был, да, был браузер встроен, можно было на ютубе себе в окошко включить видос, смотреть и лететь. Вау, прикольно. Да, и были специальные сайты под этот браузер, специализированные. Видимо, выпилили, потому что уязвимости, наверное, были. Ну да, да, да. Вот. Он же, блин, сайты, ты на сайте нажимаешь, и он тебе, допустим, автоматически прокладывает маршрут, то, что на сайте указано. То есть было офигенно сделано. Уязвимости. Они обещали вернуть. Но что-то, как ты видишь, не делают пока. О, да. Так, ладно, я в джитку туда сейчас быстро стреляю. Давай, давай. Я, блин, Колян, что там пиздюк этот? Ща. Так, ребят, сейчас я паузу нажму, мы договоримся и продолжим.